Душу Пирсона поглотил мрак. Я чувствую, что он затягивает и меня. Но чтобы выжить, я должен держаться. Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Мы продолжаем проходить Call of Duty World of 2. 2, мать его, за ногу, чтобы это выговорить. Ну, короче, усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. О, наша любимая зима. Пленные фашисты. Васа бита. Чего ему? Чего бита? Васа бита. А, Васа. Масса. Воды. Черт возьми, ты что творишь тут? Ничего, сержант. Че, хочешь, чтобы он сдох от жажды, что ли? А? Ну что, а так тебе яснее? Яснее. Суки ты сын. Что-то ты дикий какой-то. У, бля. А Фашек-то оказался, короче, вообще наглый тип. Стой! А, бля. Никшисен! Чего, блядь, Никшисен? Не морайся. Дэниелс! Тупица. Почему ты сбежал? Он что-то скрывает. 100%. Давайте его допросим с пристрастием. Предлагаю вырвать ему нахер ногти. Чё там? Да, читай давай, блядь. Что там за хрень? Не умеешь по-немецки читать? Приказа заложить взрывчатку на мосту в Ремагине. Угу. Ее будут грузить на машины в 5 милях к северу. Если я прав, это последний уцелевший мост через Рейн. Как неудачно вышло, принц. Вот что он, скотина, от нас скрывал, короче. Ну ладно, блядь. Ладно, хрен с ним. Разберемся сейчас. Так. Засада 27 декабря 1944 года. Наверняка в какой-нибудь дыре. Скоро Новый год уже. Угу. Знаете, что так же обвиняют? Переохлаждение. Если не двигаться. Стайлс, ты в группе Пирсона. Не везу. Дэниел Сусман, вы со мной. Я ставлю последний заряд. Потом атакуем из засады. Сделаем. Окей. Договорились. Блять, опять какие-то странные пулки. Давайте я винтовку, что ли, возьму. На шаг ближе к Рейну. Мы дышим Адольфу. Да, лучше. Надо только остановить те грузовики. Да не ною, сейчас остановим эти грузовики. Давай за Говардом. За Ховардом, Говардом. Я сам заложу. Следи за дорогой, не появится ли немецкий транспорт. За какой, блядь, дорогой? Вот за этой дорогой? Ты что, гонишь, что ли? Ну ладно, пошли наверх, наверное. Чё мы, блядь, у нас не это... Это не... сигнал! Грузовики на подходе! У нас... Блядь, грузовики на подходе, у нас даже... Гранатомета нет, мать вашу! Говард, сюда! Говард, давай! Ждём сигнала Пирсона. Давай, мочи козлов! Погоди, пусть выйдут на позицию. Блин, да мы их много пропустим! У, пошла жара. Ну ладно. Ништяк. Опа! Не ждали фашисты. Блять, наш свой. Короче, насрать. У меня еще одна греночка есть. Давайте перезарядимся и вновь. Чё, блядь, спрятался, что ли, думаешь? Так, а чё у них за оружие? О, фашисты! Блядь, да что это за пукалка? Бля, он не сдох. Блядь, он какой живучий, сука, а?
и в грузовик. Лови! Бля, мимо грузовика, пацаны. Труп. Так, это что здесь такое? Ну-ка. Да не-не-не, вот здесь был. Вот. О-хо-хо! Ну что, фашики? Все? Дэниэл, у меня аптечка. Ну давай я возьму аптечку, сожру, конечно, давай еще. Ну, дай, блядь, аптечку. Дай аптечку. Ладно, хуй с тобой. Че, мне сюда, что? Да. Ну ладно. Тоже мне, блядь, конвой. Займите высоту и прикрывайте нас, пока мы разберемся с последними грузовиками. Че, блядь, со звуком, я не понимаю, иногда бывает. Хуйня какая-то. Едем! База впереди. Эй, бля, где мой... Да ё-моё, а где мой пулемет? Вот вы гребаные козлы, где мой пулемет? Около главных ворот две высоких точки. Надо туда попасть. Две высоких точки? Ну, одну я вижу, предположим. Ладно, давайте возьмем пистолет с глушителем. Ты идешь? О, я нашел трубу. Тише, кругом крауты. Чудесный запах. Добрались. Осталось только найти хорошую позицию у ворот. Да вроде никого нет. Блять, мы можем спалиться в любой момент. Куда идти-то, блядь? Фашек. А его здесь нельзя отметить, да? Ну ладно. Ой, там еще два фашика. Нет, туда точно не пойдем. Ты давай там так не ходи. Здесь одни фашисты. Пошли через склад. Сейчас я вот этого сниму. Да, здесь никого нет. Чисто отработано. Сейчас еще одного отработаю, и все будет ровно. Блять, ты куда пошел, а? Смотри, это командир базы. Дополнительно уничтожить. Блять, надеюсь, не спалились. Нахуй я сюда слез? Вот я дебил, а. Как же я тебя не заметил, касатик-то? А? Ты один? Наверное, один, раз тишина. Тихо. Спокойствие, только спокойствие, как говорил как. Найдем позицию повыше. Поможем нашему уничтожить взрывчатку. Да подожди ты, блядь, спрячься нахер. Ой, бля, гопоты сколько, а? Одни гопники, короче, вокруг. Куда эта падла идет? Пусть валят. Пойдем к следующему. О-о-о. Привет.
Ой, бля, идет кто-то. Давайте. Ой, бля. Тут не один. Ну-ка сныкайся, Цус. Тихо. Да, блядь, не мешайся, я же не вижу нихуя. Дорога идет к скале. И чё, блядь, дальше? Нам-то вот сюда. Погоди, пока разделятся. Давай подождем, пока разделятся, не вопрос. Куда он, интересно, идет? Отлично. Идет туда, куда нам нужно. Пусть поваляется. Радарный бункер. Заберемся на него. Погнали! Бля, можно побыстрее, что так медленно-то? Не стреляй! Отряд Пирсона скоро будет штурмовать ворота! Денис, у меня тут аптечка для тебя! Да ты, блядь, что орешь-то, ёб твою мать? У меня здесь аптечка, блядь. Взрывчатку загружают в машину. Справа! Пирсон на позиции около ворот. Блять, между ног. Сейчас я всех прикрою. Только подождите, блять, только не орите. Да это вообще говно вопрос. Ебать с твоей аптечкой. Бля, он уехал. Его прижали! Помоги ему добраться до взрывчатки! Бля, чё это, пекарь что ли? Нихуя себе. Сейчас, пацаны, я перезаряжусь. Секундочку. Аптечка здесь! Блядь, снайпер сраный. По-моему, он не сдох. Все, готов. А куда идти-то, блядь? Ни хера ты. Ферзь, ну ладно, хер с ним, пошли. Пирсон хочет, чтобы мы заняли башню и прикрывали его. На, блядь! На, ёб твою мать! На, я вас всех, сука, положу из ствола просто. Ой, блядь, их здесь много. На, держите. Бросаю пусть. Гранату! Блядь, немножко прикрыло. Так, надо поменять это говно, короче. Так, греночку, греночку ловите. А куда это ты побежал, голубчик? Давай туда шваркнем. Да подожди с своей аптечкой. Бля, ничего не слышно, короче, вообще пипец. Так, не кшис он, блядь. Ну-ка, свалили все. Ты куда собрался-то? На, бля. Есть еще гранаты и дымовые. Гранаты и дымовые. Вон, блядь, гранаты и дымовые. Козел какой-то бежит слева. Убежал, наверное.
Ставите гренку. Отлично. А этих так добьем. Давай, Цус, быстрее, блядь. Ладно, я сам первый. Так. Ты охуел, что ли? Я думал, ты наш. Подожди, я аптечку сожрю. Сожрю. Тэнч. Где, блядь, еще жертва? Сейчас перезаряжусь. Так, это наше. На. Чё там, панцир Шрека не видно? Блядь. Почему Пирсон отходит? Не знаю, почему Пирсон отходит. Ты, блядь, опять сюда сел, а? Ты посмотри, какой наглый тип. Потому что, блядь, танк! Ебать, и что делать-то, танк? Что с танком-то делать? Охренеть! У меня против танка ничего нет. Ебануться можно. Цусман, здесь фашисты, плохо короче, дело. Посмотри. Время они не церемонятся. Бля, Цусман. Ну-ка отпусти меня, гнида. Отвали от меня, падла, я сам. О, пацаны пришли. Цусман, блядь, увезли Цусмана, мать твою. Успели, ты как? Цусман у них. Как, блядь, Цусмана схватили. Но надо атаковать последний грузовик. Нет, так не пойдет. Я пошел в жопу. Пошел нахер отсюда. Цусик, держись. Подвинься нахуй. Блядь. Так, пацаны, уйдите нахер. Куда ехать-то, блядь? Бля, вокруг фашисты, короче. Вот, Цусман. Иди нахуй. Да ёб твою мать, где здесь, блядь, рычаг поворота-то? Ё-моё. Вот тебе и Need for Speed. На, бля. Бля, там еще один. Блядь, где грузовик-то? Все, вижу. Грузовик поворачивает направо. Да похуй. Уберите. Блядь. Нельзя терять грузовик. Да не потеряем, не потеряем, не ссы. Да ёб... На! Блядь! Надо ехать быстрее. Да куда еще быстрее-то, блядь? Жму на всех парах. Нормально, нормально, я все вижу. Осторожно! Нормалек! На! Блядь, он стреляет в нас. Можешь как-то его убрать? Да иди ты нахуй! Врезаться он в меня решил, ты понимаешь? Мы сейчас тоже направо повернем, не ссы. А, бля! Бля, вот это замес.
ёпта. Блять, вообще кошмар. Короче, хпшки не осталось. По-моему, это фашек, да, нет? Или ЦУС? Это фашек. Давай, 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 друг, ползи. Вот он, Вальтер лежит. Да пошел ты в жопу. Охренела, что ли, гнида. Блять, на. Вот тебе и сквозняк. Блять, Цусмана увезли все-таки. Ай, блять. Цусик, прости, я сделал все, что смог. Нарушил приказ. Пошел. Ты пошел нахер. Дезертир заслуживает смерть. Ты вообще что ли двинулся крыши? А может, я окажу нам всем услугу? А может, ты пойдешь нахуй? Ну так, между делом. Все кончено. Тебе нет места в моем взводе. Уберите его с глаз. Гандон. Все хорошо. Да, конечно, все хорошо. Ты сделал все, что мог. Может быть, просто шлепнем этого придурка, да и все, и буду я вашим капитаном. Или как там? Скажем, что его просто убили. Итак, 12 часов спустя Германия. Я не прочитал, правда, где. Кто это, бля? Цусман. Bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat. Выкиньте жетоны. Им нужны евреи. Wer sind die Juden? Пошел в жопу. Покажи евреев. Die Juden. Да ты думаешь, я понимаю, о чем ты говоришь? Блин. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi, Stück Scheiße. Ich weiß Deutsch. Конечно, блядь, говорю по-немецки. Отлично. Fick dick. Zeig sie mir. Мы американцы. Точка. Цусман, держись. Мы ему отрежем яйца. Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen. Und das werdet ihr auch tun! Понятно, нас, короче, отправляют в концлагерь. Вот уже 8 недель, как Цусман попал в плен. Я пытаюсь не терять надежду. 8 недель, это, блядь, 2 месяца. Серьезная канитель. Сэр, скажите, что Цусмана нашли. Хотел бы сказать. Пирсону плевать на Цусмана. Как на своих людей на Кассерине. На Кассерине? Вы ничего не знаете, рядовой. Да уж, много знаю, что рассказали. Пирсону приказ отступить, но часть его людей застряла на перевале. Он не мог позволить себе уйти без них. Но спасая их, потерял еще больше людей. Да. Он очень изменился. Но вам незачем беспокоиться о Пирсоне. Вы едете домой. Как домой? Да я только начал. Теперь ждет трибунал, сэр. Наказать бойца, приблизившего успех этой чертовой войны, это выставило бы армию в плохом свете. Да-да. Сведения, что вы нашли у того пленного, указали нам расположение последнего моста через Рейн. Это может потянуть на бронзовую звезду. Бронзовая звезда. Настоящий герой. Да ладно, хер с ним, с героем. Цусмана бы как-нибудь найти. Хороший он парень.
Две недели спустя. Техас, Лонгвью. С возвращением, Ред. Спасибо. А где ж там стаканчик, огурчик, водочка, черный хлебушек, селедочка, мать вашу, медведи, цыгане, где? Где все это? Хотя бы медведи и цыгане пригласили, что ли, не знаю. До конца, до конца. Март 45-го года. С 99-й и 9-й бронетанковой мы должны занять мост у Ремагина. Форсируем Рейн, и сопротивление немцев будет сломлено. Все, чего я хочу, быть рядом с Хейзел, когда родится ребенок. Но я должен убедить Пирсона вернуть меня на фронт. Я должен найти Цуса. И знаю, он поступил бы так же. Если я не вернусь, Пол, позаботься о них. Шестое марта 1945 года, окрестности Ремагина. А ты как думаешь? Это воевать! Я бы туда не совался. Пирсом в запое. Да посрать. Спасибо. В запое он, блять, он заебал бухать, короче, уже. Чувак, хорош бухать. Хорош бухать. Да ты твою мать шутишь, что ли? Куда уж там? Я не брошу Цусмана. Скажи это капеллану, а заместитель, не выполняющий приказы, мне совершенно не нужен. Да ты бухаешь, как сапожник. Вы не подчинились, когда отказались уйти без своих ребят на Косырине. Так, сейчас, по-моему, он двинет нам по роже. Что ты сейчас сказал? Что слышал? Вы слышали. Иди отсюда, пока можешь ходить. Дэвис рассказал. Вы просто пытались сделать для своего взвода все, что могли. Я же сказал, ты в морду получишь. Убирайся! Я никуда не пойду. Хер тебе! Пошел. Сломал пальцы-то? Остынь! Чуть-чуть остынь. Мне приказали отступить. Так. Но я не мог их бросить и сказал парням, что мы удержим этот перевал до подхода подкрепления, но оно не пришло. Да это мы уже поняли. Не пришло. Так что да, ты прав. Я обрек своих на смерть. Иди. Куда идти? Только вместе со взводом. Думаешь, ты такой храбрец, да? Попробуй быть храбрым, когда изо дня в день вокруг тебя гибнут твои люди. Тёрнер бы не сдался просто. Тёрнер мертв! Так поступите достойно! Не слишком эти жертв! Ты ничего не знаешь о жертвах! А как вам это? Почетное увольнительное за подписью Дэвиса. Мой билет домой. Понял, блядь, выкусил. Я мог бы получить все. Славу героя, любовь своей девушки, черт, даже бронзовую звезду. Понял, блядь. Но есть последнее задание. Да ты бешеный. Бешеный. Я тебе, блядь, еще дай. Я тебе покажу, блядь, бешеный. Ты бешеного не видел. Черт с тобой. Сержант? Я сказал, черт с тобой. Ты принят обратно. Прочь дороги. Думаю, вся шайка в сборе. Нет, не вся. Цуса нет. Захватим мост и найдем Цуса. Есть, капрал. Если Цусман жив, он за тем мостом, но его еще надо взять. Ну что, вот и он! Последний мост через Рейн! Переправим колонну, и мы в самом центре. Они у нас в руках. Слушай, пан или пропал, все нас к этому вело. О, бля, вот это да! Начинают, короче, обстрел. Это жопа. Ладно, со мной, давай!
надо занять въезд на мост! Есть, сержант. Пошли! Эй! Не хочу жалеть, что дал тебе второй шанс! Не пожалеете. Пошли! Итак, друзья, я предлагаю на самом деле на этом на сегодня закончить. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.